Пока не надо к нему, солдату. А вот сейчас смещайся. Бороться, бороться, Тим. Быстрее переводить надо было. А вот это твой игрок. Тим, встречай. Тим, Самсон. Голову игрока, Дима. Ай, под него, под... Поплотнее, поплотнее, Федя, плотнее. Он в отбор сразу. С голосом играй, солдатов. Нурик, куда прибегаешь? Нет, солдатов, тебе даже предложение было. Тогда не выдумывай! Куда через поле, что ты рыбак? Во время игры вы что? Нет, ну вот так вот играть. Пробей поворот!
ворота! Дима, пробей по воротам! 7 метров! Отрабатывай все! Вань! Вань! А чем мы все тут оставить?
уйди оттуда! Знаешь, что будет? Пойди, пожалуйста. Никита, набегаешь по мячу. По мячу в сторону мяча, в сторону ворот. По мячу, Зуналёв. Whoa!
Они вон там, бордюр есть в центре. Уходим! Зимой! Выйдем! Оставим вне игры! Сыграйте в пас, отобрал, хорошо! Выбрасывайтесь! Дима, Дима, опускайся! Один, один! Спокойно, Андрюх! Дай ему было сторону штрафной! На сторону штрафной! Дима, открывайся! Подборы! Солдаты просят! Никита есть! Никита впереди был! Кубинка по нему, откройся! Не пали, не пали! Никит, не надо в этой ситуации, ему там делать нечего! Не надо пали! Никита бороться! Подборы желтые!
Штрафной! Вот на кровле попробуйте! Бросай губерки, под него, Андрюха, Леша! Куда? Туда делай! Дима Сунарёв, сейчас ближе к центру! Есть Тимонин у тебя, Тимонин был! Все, отдай ему на разворот! Ты молчишь. Не надо тебе не комментировать. Много хороших действий отсюда, и там уже, а вы много было хорошо. Я сказал,
центральный. Через центральный. Подключение было хорошее, вот все работает. Подойди. Если солдат, он может подключаться, он делает свое дело. Андрюх, покажи нормальный, что игрок. Да, да, посередине, но... Нет, почему? Возьмите, сейчас встал. Ну, Рик, куда? А что ты будешь? Ой, тяжело. Вот прикрутка на защите, а ведь прикрутка на защите. Ты не отпустишь, а не туда не переводить. Ну, Рик, еще раз. Андрюш, ну, не смотрите, он так. Поэтому больше перевод, больше подать, штрафной, жадик. Ворота нужны. Никита, Кулан, здесь тебе нечего делать. Никит! В этой ситуации ты уже должен уходить в центральный защитника. Ты не зону ему освободишь, и мяч там you.
Объяснял тебе! Деревин! Подборы! Парень, толкай руками! Откройте тебе бровку! Ну, быстрее думай! Выходим отсюда! Телега набирай! Святослав, отборе нужно! Святослав, ползи мне в отборе!
Леги, шире уходи! Гнёй мы набираем! Накидывай, Артём! Накидывай, накидывай, не бойся! Майо, останься, Майо! Заходи! Заходи! Забили, хорошая атака, хорошая передача во фланг. Святослав, помоги мне в отборе, пожалуйста. Наладьте игру с Марио, с Артемом Поляком. Ты не в обороне, главное, сделай все нормально. Можешь подниматься при атаке, чтобы мяч был контроль. Оставайся там, Никита. Оставайся с твоими защитниками. Играешь!
уходи оттуда! Зачем там кучу делать? Ты нужен для перевода игры! Артём, остановись, может быть, разыграли бы. Выходим тогда, выходим на мяч! Опускаем! Марио, вперед, пас нужен! Телега, набирай! Марио, раньше передачу, Марио! Пусть будет верхом! Они убегут тогда! Артём, Олег, а что ты встал-то? Один брал, перевели! А вас волтузят! А вы наблюдаете! Дай, Марио! Вперёд, ходи вправо! А, ничего, подбой, блядь! Эй, активируй снова! Артём! Не надо отвечать. Я уже думаю, уже сквозь. Ты не можешь затормозить. Хотя ответка тоже желтая. Успокойся, играйте в желтый. Главное без сразу играть. Так, потом. Иди подальше. Убегай, садай на штангу. Даем дальний штанг. Даем дальний штанг. Вперед, прислужайся! Хорош, Рома! Выходим, желтые!
где? Что наблюдаешь? За мною! Где ваша игра? Поляк! Алис, хорош, блядь, чудить, а! Дай дальше! Алис, иди, Валя у тебя есть! Стоп! Сюда пошли, стали сюда! Вот!
Thank you.
Thank you.
покинул родную обитель. Ждем возвращения в покинутый край. Верим в команду мы даже и издали. Не разлюбить ее, не разлюбить ее, ястреб взлетай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот, мили кот, мили друг, мой прощай. Знаю, когда-нибудь дальнего берега давнего прошлого ветер весенний ночной принесет тебе сон. Победи без отчаяния, вспыхнет и прежде.